Red Power! Red Power! Господи, неужели босс? Похоже, Термин не здесь. Черт побери, куда он ушел? Уже? Отстой. Что вы думаете насчет моего нового создания? О, там сырные шарики. Первые сырные шарики мои, оставь мне. У тебя, у нас все равно 5 жизней, так что. О, фак. Ау. Я не знаю, что я делаю, если честно. Наверное, может его надо закидывать коробками? Во, я коробку могу взять. Его закидывать надо. Я-то думал, можно по низу пройтись. Стой, может, или можно сюда попасть. Да-да-да, кстати, смотри. Вот сюда, может, надо заставить его бить. Надо заставить его бить куда-нибудь в стену, наверное, и вот эти ломать потом. Или нет. Ты нас убиваешь, что ли? Надо, чтобы он вот это сам пробил, вот эту херню. Вот смотри, надо сюда его заставить. И целиться, да. Конь не достает до нее. Это из-за стенки. О, видал? Ау! Сволочь! Да блин, я не успеваю среагировать. Да-да-да, еще пробивай, скотина. Может быть, и меня не враг, конечно. Ау! На тебя отвлекся. Во, видал? Значит, я верно все сказал. Теперь нам нужно перейти как-то туда. Нет, нужно еще разок ему сказать, чтобы он вот сюда вот попал теперь. Давай, теперь ты там старайся. Ты что, на его руку встал? Да нет, вроде. Ух ты. Нет! Скотина. Да господи! Почему он не встает? Ох, сколько всего. И выше поднялся, он у тебя прицеливается. И ракеты пускает, осторожно. Вот эти ящики надо перекинуть вниз, чтобы... Артём, спустись! Это неудобно. Господи, Артём, неудобно. Ты все ящики разбил. Да господи, хватайся ты уже за эту чертову лестницу! Ну, сакс. Ау. Да господи! О, он сам попался. А чё, ты что делаешь вообще? Ничего. Я не знаю, ты пытаешься вжиться в роль Кенни, да? Да. Такой... Ладно, пусть он тебя пристреливается, точно. Я не буду двигаться. Ау. Ау. Не-не-не-не-не-не. Да господи! Не знаю, я наверное, кривой какой-то. 3 жизни! Да ёлки. Ты тоже не можешь зацепиться за лестницу, да? Да он как-то то зацепляется, то нет. Надо вверх нажимать, когда зацепляешься. По-моему. Ну-ка, давай меня бей. Touch me now. Move your body. Надо чуть пониже, надо на другую лестницу. Или сюда встать, да. Ау. Мне надо на другую лестницу встать, которая пониже. Да ё-моё. Господи. Да господи. Вот надо, что ли? Да блин, почему он иногда не зацепляется? Да вот я про то же. Да. Теперь понятно, почему у этой игры 60% средняя оценка. Дэймит. Зомба 9 сюда должен быть. Господи, я затрахал. Давай. Да блин, я не успел. Не, я не понимаю, почему.
О, молодец. Он когда прицелится, когда перестанет... Да блин! Когда перестанет прицеливаться, надо тогда отходить. Видал, да? То есть, когда он кулак сжимает, по-моему. Отходи! Он не попал мне? Он ящики разбил. Еее! Suck my balls. Он сейчас видимо рука упадет и закроет нам путь. Ах, вы маленькие ублюдки. О, понятно. Теперь теперь новое испытание. Забраться наверх. У меня это не получится никогда, по-моему. Да елки! Артём, открой мне свой секрет. Как ты забрался наверх? Легко. Умёшь вверх. У меня это не получается. А ну если просто вверх, ну ладно. Я вот сердечко сейчас все соберу. Так. Опс, я сдох. Упс, я тоже сдох. Еще и на ракете. Смотри, где меня, смотри, где меня зареспавнили. Все понятно. Прямо в лаву, как охренеть. Ну, 60% понятно, да. А, он в эту не сможет пробить. Давай, я тебя подожду. Сможет пробить. Господи, твою мать! Я не знаю. Да блин, скажи! Пытайся что-нибудь сделать. А, да у тебя все в жизни нет, да? Да, я все, я сдох. У тебя тоже. Нет, Артём, может я еще смогу. Сердечко! Зачем оно мне? У меня полная жизнь. Полная? Да. Ау. Внушение, конечно, вещь хорошая, но ты сейчас сдохнешь. У меня полная жизнь сейчас. Артём, ты куда смотришь? Полная. А, я на свой смотрю. Что ты дебил? Ничего удивительного. Ну что за херня? Давай, вытаскивай. Ау. Он стал быстрее бить. Давай, бей. Раз. О-о-о. Ау. Ау. Я же дернулся от страха. Ау. А, наверное, вот где-то на этой, на другой лестнице сидит, да? Ауч. Все правильно сделал? Нет, надо повыше, да? Yes, suck my balls! Yeah. Yeah. Ow. Че, он не пробил? Sucks. Встань на... Я понял. Лестницу какой-то, да-да-да. Я даже не вставал, но просто его обманул. Я, Артём, я вытащил! Понял, да? Понял, ты все мне мешаешь! Две жизни осталось, правда. Так хоть ты... Два сердечка. Я и вытащил на двух сердечках. Или на сколько? На четырех? Как это произошло? Ты не остановишь меня! О, господи! Это не конец, Артём. Они еще самонаводящиеся. Охереть, и что мне делать? Это 5. Отбей. Господи, что это было? Они только не, надеюсь, не все с самого начала. Завершен.
Red Power. Red Power, по-моему, да? А, вон написано, смотри, 5 нужно еще. А это вот эти вот нужны, видимо, кристаллы или что это такое? Угу. Core Powers для того, чтобы идти. Открывать уровни. Блин, я туплю что-то, не нажимаю. А. Спокойно, Артём, сейчас его вытащим, я механику понял. Все окей. Боевую систему еще скажи. Вообще. Боевая система, так, можно пропустить. А, нажми. А, нажми, нажми. Главное, ты эти сразу пробить. Так куда ты, Артём, ползешь? А, специально эти убивать, так что не мешали, но... Ау. Твой, ты делай свое дело, грязно, я буду вот так вот стоять. Рак. И ползать. А, Джонсон. Ты же не батл. А, на, Джонсон. Минус раз. Минус два, минус пи. А, Джонсон. Надо какой-то мем придумать, Артём. Давай какой-то мем придумаем. Например, забивала охеритель школьникус. Как тебе такой мем? Же мы какие-то задроты с Аусмарки, ты не думаешь? Может процитируем что-нибудь? Ау! Ты только что процитировал Аусмарк, да? Да. Какая смерть Кенни по порядку это была? Давай, Артём, я знаю, ты сможешь. Ну и что? Ты. Ааа, надо было тебе оставить сердечки. Suck my balls! Я сказал, suck my balls! Господи, что я делаю? О, господи! О, господи, я не могу подняться к ней! Надо, чтобы это сломал. Так, а что тебе дают основные шарики? Я тебе говорю, один континуум. Ну, одну одно возвращение пока, да? Забирай себе. Ладно. А, ракета. Ракета! Четко! Миллиметровщик! Четко! Пацаны вообще, ребята! О, господи! Давай, пробивай! Наконец-то! Что-то как-то промазал немножко. Вот там чуть-чуть пониже. Так, вот это мне надо. Suck my balls. Suck my balls. Suck my balls. What? What have you done? Я офигею, если это последний уровень. Так нет. Там еще будет это. Поездка на Как Экспрессе. А по-любому не последний. Ну, видимо, они разделили просто на. Разделили на разные миры. Господи, твою мать. Кармен, ты что такой жирный засранец? Бей! Бей скотов! Да ёлки! Капец. Поздравляю, точно то же самое у меня. Давай, не знаю, по очереди будем что ли прыгать. Блин. Сердечко забери. А, ну уже мне надо. Следующее сердечко мне. Блин, это давай, мое сердечко. Давай забирай там. Просто сверху на них прыгай и все. Упс. А, ну тебе не надо сердечко было. Ну все, окей. Господи, да что ты делаешь? Я как прокартан. Бери континуум. А, ты типа мне оставил, да, как профи? Да. Он быстрее сейчас делает, так что быстрее надо отходить. Он прицелился, сразу отходи. Видел, как я? Угу. Сразу он прицелился. Отходи. Ау! Чуть не пришиб. Тупая уродина. Ну и сейчас надо вот сюда куда-нибудь стоять. Ой, ладно. Он тебя не пришиб. Тоже благое дело. Ау! Главное потом разобраться, что делать с Я так полагаю, один отвлекает.
ракеты как-то, другой... Да нет, я имею в виду, что вообще делать надо. Посередине к нему зайти, что ли, в ванус? Ух ты, это я случайно получилось у меня. Спокуха! Спокуха, Артём, спокуха! Спокуха! Спокойно, Артём. За дело взялся профессионал. Причем важные в этом букве, в этом слове первые 5 букв, а не последние 4. Больной ты человек себе. Ну так. Что такое? Почему? Это понимаешь, это все, Артём, твое пагубное влияние. Не надо так говорить. О, это было случайно. Смотри, как меня пронзил своей рукой. Да в прямом смысле, Артём. Что тебе опять не понравилось то, что я сказал вот сейчас вот? Что я сказал не то? Вспоминается, ладно, один жанр, ладно, я не буду ничего говорить. Комедия? С Лесли Нильсоном? Ага. Господи, я отвлекся на тебя. Комедия. И... С Лесли Нильсоном. Знаешь, там в голом писале ничего так не было. Я вообще-то другой имел в виду жанр, ну ладно, не важно. Я не знаю таких жанров, Артём. Я не знаю таких жанров, которых людей протыкают рукой. Ты понимаешь, о чем люди? Неважно. Мнение людей, которые смотрят это. Вот в эти вот надо бить, наверное, по бокам. Да, Артём, чем чаще я начал выкладывать с тобой прохождение в кооперативе, тем меньше стало лиц женского пола меня смотреть, согласно Ютубу. Каждый день уменьшается на 0,2%. Ну, это закономерно. Это закономерно. И вполне понятно. Потому что ты тут, да, в прохождениях появился, ну все понятно, да? Надо, не знаю, может, прохождение, не знаю, веселой фермы сделать. А, нужно сейчас это. Вот этих рыжих. Ау. Так. Надо их убивать при помощи ракет. Понял? Я не знаю, как это сделать, но... Ау. Можно не при помощи ракет, можно с помощью. А, у меня же пузо есть, да? Орудие труда. Фак! Пойду-ка орудие труда возьму. Буду Картманом Фриманом. Эрик Фриман. О, чуть не сдох. Ну ты, Артём, просто убийца какой-то. Господи, что со мной? А, понятно. Сам догадался или просто повезло? Ну, тупо наугад. О, а почему тебе дали? Где моя ачивка? Тебе награду аватара дали. Классно, конечно, просто цензура субтитров, что ли? Единственное, что я прочитал, успел прочитать. Я не знаю, но нам нужно следовать за ним. О! Чур моя. Подожди, стой. Не прыгай туда. Здесь где-то есть два ядра. Давай найдем. Да? Догадываюсь. Давай все ящики разобьем. Че, не нашел? Да. Может, не знаю, потайная комната есть? Да, господи. Я думаю, что здесь потайная комната есть. Нет! Я случайно. Я не знаю. Может быть, должно выпасть из какого-нибудь рыжего. Ну, не из меня, естественно. Как ты убил трех врагов, если ты убил собрал всех одну. Почти? Когда я успел? Без понятия. What the fuck? Да, мы в жопе.
Ту-т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 у-